Всем привет! И сегодня мы будем лепить еду для Басика из соленого теста. Мы будем лепить батон, печеньки и пельмени. Чтобы слепить батон, нам понадобится шарик, из которого мы потом формируем овал. И какой-нибудь палочкой или зубочисткой продавливаем и у нас получается батон. Пельмени мы будем лепить из вот такой лепешечки и маленького шарика. Вкладываем шарик в лепешечку и закрываем. И какой-нибудь вот такой вот штучкой, также можно зубочисткой, придавливаем вот такие вот рельефы. И у нас получается вот такой пельмень. Чтобы слепить печеньку, нам понадобится лепешечка и деталька от лего. Прикладываем ее к лепешке и надавливаем. И у нас получается вот такая вот рельефная печенька. Также можно деталь положить другой стороной. И круги получатся немного другой формы. Также можно слепить такие печеньки с зверюшками. Для этого понадобятся банки, а тесто для лепки. И у нас получается вот такая вот мордочка. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.